Друзья мои, крайне важная информация. Слушайте внимательно. Мошенники от имени Димаша Кудайбергена объявили в социальных сетях о раздаче крупной суммы денег. На фейковой странице Facebook казахстанского певца Димаша Кудайбергена появилась информация о раздаче им 10 тысяч долларов первые тысячи человек, оставившим комментарии под его постом. О том, что страница, как и сообщение от имени Димаша, фейк, понять совсем не сложно. Во-первых, страница в социальной сети была создана менее суток назад. На ней размещены фото Димаша и, для большей достоверности, ролик с одним из старых его телевизионных эфиров. Вот что там написано в сообщении. Первые 1000 человек, которые напишут этот комментарий, получат 10 тысяч долларов. Пожалуйста, поверьте, что это правда. Этот розыгрыш для тех, кто никогда раньше не выигрывал наш розыгрыш. Так вот, друзья, во-вторых, каждого, кто купился на информацию о раздаче денег, автор страницы отправляет для регистрации на фишинговый сайт, где, среди прочего, требуется указать данные банковской карты. Цель – выманить у доверчивых граждан данные их банковских счетов и получить доступ к средствам, хранящимся там. К моменту написания материала под постом от имени певца собралось более 5000 комментариев с самыми теплыми пожеланиями Димашу. Сколько человек оставили свои данные на фишинговом сайте, неизвестно. Поэтому прошу вас быть очень осторожными. Покажите это видео знакомым, пусть все будут осведомлены. И прямо сейчас подпишитесь на канал, кто еще не подписался. Всех обнял.